Олю, здравствуйте, можна записатися? Ви хто? Я мать його Олександр Пазєнко, волосяний король Києва. І все, вони тут одразу обосуться і все. Я Александр Пазенко, я вернулся. Наконец-то я могу снимать после этого полуторанедельного перерыва. Вы извините, что так долго, просто хватало дерьма всего, когда была черная полоса просто-напросто. Со здоровьем, но вы все знаете, со всяким дерьмом. Папандосы на бабки, всякие такие, блин, темы. Но вчера я 3 раза попал бычком в пепельницу. И это значит, что теперь уже все нормально. Ярик, поздоровайся. Привет. Смотрите, что мамка. Мамка Старкона прислала посылку. Есть-то будет. А ну, открывай. А я говорю, а что там, типа, картошечка, сало, цибулька, там, частичок, блядь, гуска. А он говорит, не, нихера, типа, готовая еда сразу. Блин, еще чемоданчик розовенький такой. Как раз для нашей писки. Котлетки. Зайбок. Давай быстрее, блядь, чтобы будешь туда с полчаса приехать. Грибы. Грибы сам ешь. Шуба. Шуба мне. А что вы смотрите, голодающие? Слюня не стекает. О, а это что такое? Пирог какой-то. Голодающий с головой. Я не могу. Пицца. 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 Сырке. Сырке, блядь. Шаден. О, салат нет, салат нет, я буду салат есть. Ебать, и конфеты. Ебать, я же так давно конфеты не ел. Вот эти конченые, я их не буду есть. А вот это я буду есть. Спиздим, чтобы никто не видел, блядь. Начальство все отжимает, блядь. Ну, смотри, посмотрите на салат. Это мамка готова. Мать его есть готова. А котлеты, божечки, пицца, херня, то херня, шуба пойдет. Жесткая, янтарь, сырок. Жесткая, это жестко. Скажи маме спасибо. Мама, спасибо. Я ей заказал. Мама, я люблю тебя. Тетя Рая. Тетя Рая. Ваш сынок хороший мальчик, ничего не думайте, все хорошо. Если ешь, гроши ешь, так все добре. Короче, это, хотел вам конкурс сделать, потому что вы видели, мы были на Кровостоке, я там купил футболку за 400 рублей. Я короче, просто черное не люблю, я вам ее могу задарить. Вот, Кровосток. Размер L. Короче. Я думаю, она даже девочка подойдет. Девочки, рукота подковайте, блядь. Рукава подкатайте, блядь, и будет четко. Просто вот эту штуку разрежете, и будет нормально. Короче, что надо сделать? Ярик, что надо сделать? Отсосать. Короче, отсосите. Ладно, блядь, сосать не надо. Короче, конкурс для мальчиков и девочек. Что нужно сделать? Вконтакте поделиться, репостнуть этот влог и быть подписчиком у меня на канале. И ровно через 2 недели... Какое число сегодня? Сегодня 17. 17? Давайте красивое число, 30 числа. То есть я выпущу влог там и разыграю. В общем, вы поняли, да? Подписаться на мой канал, сделать репост этого влога ВКонтакте, и я потом рандомно выберу человека, кому я подарю эту футболку. Йо. Шо, блядь, рассказывай, куда мы идем. В этот, как его, в тату-салон. Что будем делать? Вы едете? Наш красавчик хочет себе носик проколоть, блядь. И ставить черную сережку, потому что он черный. Нигер, блядь. Рэпер, блядь, да? Да. Молодой рэпер, блин. Сейчас пойдем, сделаем. Идем, давай уже. Я не взял, а то платим. Ты что, охуел? Я что, платить буду, блядь?
сигарету дай лучше. Нет. Что, прикалывай? Все скурил. Ну ты, блядь. Работничек. Снимай меня. Такой нежный, блядь. Все на видео снимаю. Передай Насте. Настя, привет! Тобі кричать, що привіт. Привіт, кіска. Ой, все, давай, зайчик. Давай, зайчик. Ні, тілки, там у мене є, що нету. Ви так там є у тебе дівчинка чи ні? Нету. Нету? Я шучу, есть. Есть, ты что гонишь? Да мне пизды дадут, если я скажу, что нет. Есть девушка, но нелюбимая. Шо, мы уже на Саксаганского, а тут где-то этот такой салон Нирвана хуйня где. Но надо еще зайти к Димончику. О, смотрите. Это он себе уже второе бабахал. Фризо. Немецкий цирюльник. Сейчас я покажу вам, что тут Дима сотворил. Приколы. Приколюшки всякие. Потолок. Покрасим там столешницы сами, там, покрасим стены, там, прибьем доски, там, скроем их морилкой, установим зеркала. Почему мы не можем это сделать сами? Это же мужчины, это же не какие-то тряпки. А я считаю, что ты должен построить свой барбершоп сам. Вот, поэтому... Вы поняли? Строй ты свой барбершоп сами. И с Александром Позерко. Потому что я сегодня в гостях во фризоре, и мы берем интервью у Дмитрия Верховецкого. Украины. Да, лучшего барбера Украины, как и все в принципе. А вот он. Привет, ребята, подписывайтесь на канал Ukrainian Barbers, ставьте большой палец вверх и ждите новых новостей. Пока-пока. Ну что, господа, познакомьтесь. Дима, поздоровайся. Привет. Дима Верховецкий, мой учитель. И сейчас обломаю всех, кто там смотрит на Барбис и там писали всякую херню, что мы там враги. Это все пиздёж, потому что мы друзья, и мы дружим уже хер вот тучу лет. И мы сотрудничаем. Да, у нас свои парикмахерские, но мы отлично дружим, отлично ладим. И так что, короче, все нормально. Так что ничего не думайте. Сейчас будет. Собирал. Смотри, Ярик сфоткаться хочет. С большим левым, блин. Сейчас, подожди. Чё ты его трогаешь, сейчас тебе пизды дадут. Ну не Стив. Какие фольгершопы вы поставили? Пират. Идём. Пират, давай, фоткаюсь, ты ж фоткай. Класс. Идемо на работу. Вот. Практикали пирсы, пирсы я не буду. Завтра. Потому что пока мы у Димы там сидели лякали, все закрылось. Уже 8 часов. Завтра пойдем проходим Ярику нос. Тебе страшно? Нет, мне просто страшно, что мне пизды дадутся. Пизды тебе обозначил. А так не страшно. Вы, короче, спрашивали, где я ем. Ресторан, бар, пузата хата. Ненавижу ходить по ресторану и всякая хуйня. Хотите стать моим врагом, блядь, назначьте встречу в каком-то, блядь, жлобском ресторане. Все, я вам не друг, вам пизда. Я люблю людей, которые много зарабатывают, особенно не своим честным трудом. Чувствую себя в другой тарелке. Сегодня уже второй день съемок, как мы с Яриком пытаемся. Пытаемся, блядь, дойти до конченого тату-салона Нирваны и сделать, проколоть ему наконец-то носик. Сейчас, я думаю, вернемся на работу, запишемся как люди на сеанс, и может сегодня повезет. Ну не снимай меня. Ну шо? Мы, короче, обломались идти в ту салон и нашли какую-то девочку Яну. И это. И она договорились на 8:30, работали, стригли. И, короче, она только что позвонила, коза, и сказала, что она не успела в эти магазины купить сережечку.
Я реконстроился. Ты что, обламываешься? Да-да. Да надо идти в тату-салон снимать, чувак. Не, ну в тату-салон не прикольно снимать. Не интересно, блядь, просто будет это дать и самое место. Ну да, блядь, вот это не хуйня, то что работа и отчасти там что-то там, если пострелять, то и хорошо. Надо было ее снимать каждый день. А тебя же бомбить по этому поводу? Хорошо, ну давай тогда сейчас. Там есть запись? Там, там надо звонить утром и типа... Мы два дня уже... Не, типа, вот давай позвони, давай позвони. Утром приходим на работу, звоним, алло, здравствуйте, можно записаться? Вы кто? Я, мать его, Александр Пазенко, волосяной крылок Киева. И все, блядь, они тут сразу обоссутся и все. Да, кстати, спасибо, что вы так все меня любите. Я уже езжу на такси, потому что подходят все здоровые. Мне очень приятно. Главное... Мне приятно из барана. Мне приятно. Главное без холодного оружия подходить. Все будет нормально. Короче, ну что, тогда заканчиваем. Тогда уже завтра, блин. Будем снимать. Но завтра проходим или ночью? Будет у нас свой эмо. Я хочу трахать эмо. Говорят эти девочки, что я хочу трахать эмо. Пусть она плачет, пусть звучит ее смех. Трахать эмо. Говорят эти девочки лучше всех. Трахать эмо. Пусть она плачет, пусть звучит ее смех. Мальчики как девочки, девочки как мальчики. Номера и стрелочки, шоколадки, пальчики. Юные фанатики, вечная депрессия. Словно вы лунатики, вены скрыты лезвием. Может вам не нравится, но имеет место быть. Девочки красавицы, вам бы все прелестно ны. Мальчики как девочки, девочки как мальчики. Номера и стрелочки, шоколадки, пальчики. Я хочу трахать эмо. Говорят эти девочки лучше.